Друзья, по результатам прошлого видео и постов в Telegram, кто следил за мной, сделали за сутки до 100 иксов на одном лишь токене. Вдумайтесь, 100 иксов за сутки. Многие, кто пропустил, писали, что это скам. Но я готов дать 1000 долларов каждому, кто докажет, что это был скам, который, например, нельзя было продать или что-то типа того. И убедительно покажет, что после покупки каждый, кто купил его в момент листинга, не заработал бы на следующий день. А в этом видео я решил все-таки пройтись по фундаментальным проектам, а точнее сделать серию видео на тему, какие из фундаментальных проектов могут показать сильный рост на следующем цикле роста. Одно видео, один проект. Все как вы любите, с аналитикой, техническим анализом, понятно и без воды. Поехали. И первым будет Litecoin. От него я жду очень сильный рост. Сегодня Litecoin скорректировался до отметок прошлого медвежьего цикла. Токен работает на алгоритме Proof of Work, то есть он майнится и имеет ограниченное количество монет. Максимальная эмиссия у него 84 миллиона. Уже добыто 85%. Litecoin — это один из самых старых токенов на рынке, и очень важно, обратите внимание, с каждым циклом роста у него повышается максимум, в отличие от практически всех других альткоинов. Заложена такая же система халвинга, как у биткоина, то есть он майнится, и каждые 4 года награда для майнеров сокращается вдвое. Это самый фундаментальный показатель, который непосредственно влияет на цену, так как количество монет ограничено, и в дальнейшем его становится сложнее добывать, и соответственно это способствует росту цены. Следующий халвинг у него произойдет приблизительно 22 августа 2023 года. Награда за добытый блок будет составлять 6,25. Также подробно рассмотрим, что происходит на момент халвинга и как это влияет на цену. Прошлый халвинг у него проходил в середине медвежьего цикла, и непосредственно перед халвингом он продемонстрировал очень сильную волну роста. Минимум у него тут был 22 доллара, и он поднимался до 145. После халвинга он продолжит корректироваться. Важно, что происходило с биткоином в данный момент. Во-первых, криптовалютный рынок находился в медвежьем цикле, и практически все монеты были на дне. Litecoin вырос более чем на 500%. Биткоин в этот момент также, соответственно, находился на медвежьем цикле, и в момент халвинга Litecoin он находился в нисходящем тренде, то есть, соответственно, Litecoin не мог расти против всего рынка и продолжил коррекцию вслед за биткоином. Впоследствии, после того, как они прошли зону накопления, начался следующий бычий рынок. После того, как у биткоина состоялся халвинг, тут минимум Litecoin был в данном блоке. Он корректировался до 21 доллара. От минимумов вырос на 1800%. На предыдущем бычьем цикле это очень сильная область, которую он удерживает. Также во время коррекции на медвежьем рынке в 2018 году он не корректировался ниже данных отметок, и во время прошлого цикла в данной зоне вырос более чем на 1000%. На криптовалютном рынке постоянно меняется топ альткоинов. По капитализации, естественно, первое место всегда занимает биткоин. Также лидирующие позиции всегда занимает эфириум. Остальные старые монеты со временем либо скамятся, либо теряют свою стоимость и уже неинтересны для участников рынка. На CoinMarketCap вы можете посмотреть историю. Если мы посмотрим 2013 год, то Litecoin занимал второе место по капитализации. Ну, например, посмотрим 2015 год. Тут Litecoin также находится в топе. Второе место занимает XRP. Также важнейшим фактором для любого проекта является его разработчик и фонды, которые в него проинвестировали. Создатель Litecoin очень серьезный человек. В Twitter у него более 1 миллиона подписчиков. На него подписаны все топовые биржи, компании с крупнейшей капитализацией, CZ из Binance, Grayscale, Michael Saylor и так далее. Представители всех топовых фондов также следят за ним. И в интернете даже существуют такие версии, что он причастен к созданию биткоина. В Твиттере он подписан как Satoshi Light. Litecoin изначально позиционировался не как альтернатива биткоину. Он даже не собирался с ним конкурировать. Просто Litecoin рассчитан на более частые мелкие платежи. Он заявлял, что биткоин является цифровым золотом для хранения в долгосрок. А Litecoin позиционировал как средство для платежей и более мелких и быстрых транзакций. Сейчас Litecoin по капитализации занимает 20 место. В принципе, проект не соскамился, а также продолжает, что самое важное, развиваться. Недавно они ввели обновление, которое позволило совершать анонимные транзакции, а на фоне сегодняшней регуляции начали появляться новости, что Litecoin залистили крупные биржи. Он торгуется на всех топовых биржах, включая американские, которые подчиняются регуляции, и продолжает торговаться на биржах Binance, FTX и Coinbase. Это топовые биржи с самыми крупными объемами торгов. В инвесторах у него среди топовых тир-1 фондов Block, Ventures Galaxy Digital, Parallax Digital. Нет информации, какое количество монет было выведено для фондов, но так как проект запустился в 2011 году, уже очевидно, что все фонды давным-давно получили все свои объемы монет. Новые монеты в дальнейшем попадут в рынок только в качестве вознаграждения для майнеров, и с каждым халвингом добывать его становится все сложнее и сложнее. Считаю Litecoin одним из топовых, и в дальнейшем он имеет все шансы обновить свои предыдущие максимумы, так как это не токен, где у инвесторов 90% от максимальной эмиссии. За этим проектом стоят топовые разработчики, топовые фонды и новые монеты попадают в рынок
только в качестве майнинга. Плюс есть халвинг, фундаментальный показатель, который влияет на рост цены. Также его создатель Чарли Ли ранее занимал руководящую должность компании Google и в дальнейшем занимал руководящую должность на криптовалютной бирже Coinbase. И с точки зрения технического анализа, я считаю, Litecoin уже потенциально находится около своего дна, так как он уже корректируется практически до минимума прошлого медвежьего цикла. По основным блокам зону поддержки рассматриваю в диапазоне 39-46 долларов. Этот блок с крупными объемами, которые ранее выступали дном на прошлом медвежьем цикле. И следующий блок это будет подарок, если цена сюда снизится в диапазон 20-30. Тут не было длительной проторговки, только небольшие сквизы. Локальный уровень сопротивления 60 долларов, далее следующая важная зона 67. В дальнейшем уже не будет крупных объемов, так как преддамповая зона здесь не было длительной проторговки, также он ее скорректировал одним сильным импульсом. На предыдущей коррекции, соответственно, при успешном закреплении и последующем восстановлении рынка, для этого должен быть восходящий тренд на биткоине и на фондовом рынке, соответственно, в целом. В дальнейшем минимальную цель роста, которую рассматриваю как основной блок, сопротивление диапазон 96-106 долларов. Максимум во время текущего цикла у него были 413 долларов. Коррекция уже составила 89%. Для такого крупного проекта с продолжительной историей и крупной капитализацией это уже очень существенная коррекция. Если рассматривать от данного блока до предыдущих максимумов, рост будет составлять 940%. Лично я придерживаюсь более безопасной модели фиксации прибыли. Когда на медвежьем рынке мы купили монету на дне, в дальнейшем можно зафиксировать 20-30%, вывести вложенные средства, либо реинвестировать в другой альткоин. И остальные монеты уже оставлять на перехай и последующий рост, так как никто не может быть уверенным и знать на 100%, что монета перебьет предыдущие максимумы. Также важный показатель, на который следует обращать внимание, это соотношение к биткоину. Лайткоин к биткоину сейчас находится на своих исторических минимумах. На прошлом бычьем цикле, если рассматривать с этой зоны, к биткоину он вырос на 172%. Это рост непосредственно к биткоину. Также биткоин рос к доллару на сотни процентов, то есть именно в этот момент было выгоднее переливать свои средства из биткоина в лайткоин и в дальнейшем фиксировать прибыль, когда он находился уже в перегретой зоне. Если рассматривать потенциальный рост текущих отметок до предыдущих максимумов бычьего рынка, рост к биткоину может составить 656%. Для вашего удобства я решил сделать портфель таких фундаментальных токенов на бирже Bybit, где вы можете их купить в один клик по ссылке из описания к этому видео. А каждому, кто зарегистрируется по бонусной ссылке биржи и сделает депозит от 50 долларов, будет бонус на самой бирже до 4000 долларов. В зависимости от размера депозита. И я даю доступ в свою закрытую группу по трейду. Она полностью бесплатная, там есть кураторы, сигналы со средней доходностью под 70% в месяц и обучающие зумы раз в неделю и вебинары. Это часть партнерства с биржей Bybit. Всем спасибо за внимание. Если понравилось и хотите больше таких видео, ставьте лайки и напишите об этом в комментариях. Буду делать такие разборы по токенам.